Так, дырки снова никого. А, нет, есть! Убил его. Хорош. Второй без понятия где. Буду ставить бомбу, наверное. Прикрывай меня. С дырки! Понял. Еще, братан. Ну! Нихуя себе! Вот тебе, блядь, за моего братишку! Всем привет, дорогие друзья! А вот и подъехало продолжение нашей калибровки 2x2. Здесь мы проходим калибровку на рандомных трешовых пушках. И чтобы определить, кто на какой пушке будет играть, каждый из нас по очереди открывает кейсы. Один за сторону КТ и второй за террористов. Что кому выпадет, тот с тем и играет. Но мы решили усложнить правила. И теперь нам запрещено играть с М-кой, Калашом АВП П-90, с Аскаром, Аугом, СГ, Галилом, Г-3, СГ-1 и ФАМАСом. Да, играть без этих оружий будет очень сложно, но я думаю, мы справимся. Ладно, я думаю, все поняли. А если нет, то сейчас все увидите сами. Кстати, обязательно поставьте лайк под видео, ведь мы стараемся придумать что-то новое и интересное для вас. Ну что ж, и для того, чтобы определить, с чем мы сыграем, мы решили открыть кейс на сайте. Вот мы уже, собственно, и на сайте. Сегодня мы будем открывать кейсики на изидропе. Ну и давайте уже скорее глянем, что нам сегодня дропнется и с чем мы сыграем. Ладно, давайте уже начнем открывать наши кейсы. И, Владос, кто из нас сегодня первый начнет? Давай ты начнешь первым. Ну, окей, давай сегодня я первый стартану. И, пожалуй, начну я с древнего кейса. Открою его за сторону КТ. Посмотрим, с чем я сыграю. Так. О, неплохо. Неплохо, сегодня я буду обороняться за КТ с диглом. В принципе, я не против, с удовольствием с ним сыграю. Поэтому давайте его оставим. Так, ну и теперь давай откроем какой-нибудь дорогой кейсик. Пусть это будет кейсик изи-нож. Нам, в принципе, уже давно отсюда нож какой-нибудь годный не падал. И сегодня, походу, тоже не упадет. Ладно, продадим вот этот по 250, нам он нафиг не сдался. И теперь давайте я открою кейсик за сторону террористов. Так, за теров я, пожалуй, хочу открыть феникс кейс. Посмотрим, что дропнется с него. Давай. Что-нибудь годное. Во, например, ТЭК-9. Вот это хороший дроп. Хоть и не самый лучший, но все же неплохой. Тэк мы, понятное дело, оставляем. И давайте еще какой-нибудь дорогой кейсик откроем. Пусть это будет кейсик, мне повезет. В принципе, нам в прошлый раз на нем неплохо так повезло. Надеюсь, что и сегодня свезет. Давай. Давай. О, неплохо. О, это годно. Это годно. Хоть и не очень прям сильно кейсик окупился, но все же я этому дропу очень рад. Ладно, оставляем это АВП. И, Владос, настал твой черед открывать кейсы. С какого сегодня хочешь начать? Так, давай кейс сахара. Давай. И он будет за теров. Посмотрим, чем ты сыграешь за теров. Ну-ка. О, ну, в принципе, тут, конечно, упал 5-7, но тебе придется играть стэк 9. Тоже, в принципе, неплохой дропчик. Будем мы с тобой стэков раздавать за террористов. Будет довольно забавно, ладно. Оставляем тебе этот 5-7. И какой хочешь дорогой кейсик открыть? Давай откроем. Давай изи-нож попробуем. Давай. Все-таки нам сегодня должно на нем повезти, я тоже так считаю. Давай, ножик, упади нам. Ну... Что-то падать нам сегодня ножик не хочет. Придется по 250 снова продать. И я все-таки не сдаюсь. Хочу выбить сегодня ножик. Ну или что-нибудь дорогое. Поэтому давайте откроем кейсик, мне повезет. Давай. Не подведи. Не подведи кейсик. Давай хотя бы тэк. Выпал, к сожалению, дешевый револьвер. Ладно, в принципе, еще не повод расстраиваться. У нас еще 3000 осталось. И, Владос, какой ты хочешь еще кейсик открыть? Давай Spectrum 2 кейс. Так. Окей. Это получается за сторону террористов? А, нет, за КТ. Это за сторону КТ, за КТ, да. За КТ, давай. Глянем, с чем ты сыграешь за КТ. Ну-ка. Да ну! Еще один тэк! С 5-7 нам будут. Да, только теперь это будет уже 5-7. Ну ладно, в принципе, можешь разменять дроп. Просто поменять их местами. Тэк-9 мы этот тебе оставляем. И надо еще что-нибудь дорогое выбить, Владос. Как думаешь, какой лучше стоит кейс открыть? Давай еще раз рискнем, откроем изи-нож. Давай. Мы сегодня сдаваться не намерены. Давай, изи нож. Давай нам какой-нибудь годный ножик. Так, ладно. Сейчас не повезло. Так сказать, повезет во второй раз. Ну давай уже. Давай уже упади. Давай. Хорошо. Отлично. Вот мы наконец-таки и выбили топовый ножик. Вот что значит не сдаваться и пытаться до конца. Этот ножик мы, понятное дело, забираем. Куда же мы без него? И осталось у нас еще аж целых 2000. Значит, можно еще что-нибудь годное выбить. Так, в принципе, можно открыть золотой кейс. Тоже неплохой кейсик. И с него много чего годного может упасть. Давай. Да ну!
Бля! Я уж подумал, сейчас нож упадет. Но, к сожалению, Кейсик нас сегодня затроллил. Причем люто затроллил. По 250 мы продадим. И давайте еще раз попробуем. Так сказать, сейчас упал дешевый дроп. И в этот раз должно что-то подороже упасть. Ну, например, ССГ за 100 рублей. Ладно, уж его-то мы оставим. И давайте попробуем напоследок открыть кейсик «Мне повезет». Это наш любимый кейс, и мы в него верим до конца. Давай. Ну, сука! Ебучий револьвер. Ну ладно, так или иначе, в принципе, нам сегодня неплохой дропчик упал. Поэтому давайте этот револьверчик заберем и перейдем уже наконец-таки к каточкам. В итоге за сторону контров я сыграю с Диглом и Владос с 5-7. За терв же мы оба сыграем с Тек-9. Ну что ж, давайте уже посмотрим, получится ли нам выиграть катку с таким дропом. Ладно, Владос, начало, конечно, у нас не очень. Начали мы с поражения, но сейчас мы все заберем у них. Так сказать, да, вырвем у них победу, давай, растаскиваем их. Так, одного нормально запушил. Так, второй я не знаю где. Аккуратно. Ставь бомб. Да я вот не знаю, как я лучше ставить, чтобы меня не убили. Чекай право, короче. С дырки вроде, с дырки. Да. Тихо. Не вижу его. Слева, возможно, пойдет. Блять, слева, да. Понял. Убил. Хорош. Просто разнес. Давай, играем так же, люто пушим их, чтобы у них не оставалось шансов. Так, тихо. В дырке никого в этот раз. Что-то они... Тихо. А, в дырке есть минус. О, да. Очень много отнял. И второго сейчас убил. Нормально. Тот за машиной. Давай запушим. Убил. Отлично. Давай, летим. Быстрее, пока они не пришли в пент. Так, в дырке снова никого. А, нет, есть. Убил его. Хорош. Второй без понятия где. Буду ставить бомбу, наверное. Прикрывай Хорош. Меня. В дырке. В дырке. Понял. Ты чё, братан? Ну! Нихуя себе! Вот тебе, блядь, за моего братишку! Давай, так же проходим. Все по стандартной стратегии. Дырки есть, убил сразу же, без проблем каких-либо. Так, вот второй, без понятия где. Бомбу поставил. Слушай, в дырке никого, они походу будут с... Нет. Ой, с нашей базы прибежал, откуда мы бежим. Найс. Вот это вообще неожиданно сейчас было. 4-4. Ладно, пока, в принципе, у нас неплохой счет. Ничего такой. Главное сейчас за КТ люто тащить. Что-то мы преимущество Владос проиграли. Давай, мы должны брать эту игру. Это будет... У меня с бомбой уже зашел. Окей. Это будет нелегко, Двое. Конечно. Видел одного вроде. Точно ли видел? Аккуратнее, один около дырки один. Я ему отнял немножко. Без головы, по-моему. Найс. Один справился. Давай, также, наверное, держим. Я также буду низ здесь держать. Опа! Опа, держи, братан, хедшот с дигла. Такой меня. Вот дигл. Окей, я его сейчас Второй обхожу. Меня. Обхожу его с левой стороны. Он отошел к дырке. Да. Ушел. Понизу пошел. Блять, понял. Нифига он там. Бегу. Опа, Хар. Нормально. Я и один справился тоже в этом раунде. Слева проходит свыше. Аккуратнее, в дырку сейчас пойдет, наверное. Нету в дырке никого. Залезай, идут по лестнице. Они на базе. Окей. Один точно на базе. Так, нормально. Второй там же? Красный, да. Убил. Просто мы поодиночке забираем раунды. Владос, давай. Мы не должны им проиграть. Потеем. Окей. У меня никого здесь. У меня. Окей. Опа. Да. Так, я с дырки жду. Один справа уже прошел. Аккуратней там. Убил его. Нормально. У меня 3 хп и бомба у меня. Так, про второго я вообще ничего не знаю. Ух ты! За бочками. Я не заметил сразу же, он там прям крысил. Жди, пока он будет вынести. Он крысит просто. Найс. Так ему и надо. Так сказать, перекрысил. Так, Ладо, смотри. План, значит, на последний раунд простой. Понятное дело, его нужно забирать. И смотри, они, короче, крысят. Надо их просто выжидать. Ждать, пока они будут залетать в пент уже и потом их перестреливать. Давай. Так и играем. У меня пока никто вроде не шел. Аккуратненько играю. Опа, убил одного. Хорош. Нормально все. Кто он красный. Окей. В бомбе почти сгорел. Ушел на базу. У меня. Окей, аккуратно. Я сразу помогаю. Время. Да, по времени играю. Он за бочкой справа. Ой, еще минус 43 отнял. Играй на время. У него вообще мало. Он не успел! Ты его развел! Ты его развел жестко очень! Ой, красава. Жестко сыграли. Потная катка была. Да, это была очень потная игра. Мне очень понравилось, конечно. Первую катку мы еле вытащили со счетом 9-7. У нас была равная борьба, но под конец мы смогли сыграть лучше противников. И выиграли. А это самое главное. Ну и давайте теперь перейдем на следующую карту. Ладно, посмотрим, как мы сыграем на Warpass'е. 1-1 здесь, в монстре. С левой стороны, если что. Скорее всего, второй будет по шарту. Что-то они долгие. Опа, Хорош. Одного убил, бомбу выбил. У них только два прохода. Шорт. Окей,
попал в голову ему, по-моему. Ладно, ну-ка. Буду держать бомбу, наверное, лучше. Найс, найс. Давай так же, короче. Я буду стараться монстров держать. Ты шорт пока прессингуй там. У меня сейчас никого, походу это будет шорт кушать. Опа. В коннекторе вообще. А что они там забыли, блядь? Сейчас оба, что ли? Смотри. Оба там. Тихо, я монстров туда подожму. Шорт уже близко. Окей, я в спине у них. Молотов кинул. Они одного убил. И второго тоже. Просто в бочину зашел, спокойно разнес. Давай так же, короче, играем. Не даем им никакого шанса. Давай, я шорт держу. Чтобы они вообще ни одного раунда не взяли. Они как-то странно, на самом деле, играют очень долго. Сейчас проверим. Попрыгнем. Да, так, они понял. Оба здесь. Да-да-да, оба. Блин, у меня один хп. Я отхожу. Аккуратненько, главное, сыграть. Убил. Так, одного. Найс. Второй справа, он тебя смотрит. Он туда смотрит, влево точнее. Понял. Изи развел. Попробую снова их подпушить. В коннекторе. Окей. Оба. Понял. Блять, дверь сейчас откроют. Я здесь жду. Ох, блять. Тихо, я жду, пускай выходит. Один вышел уже. Да я знаю, сейчас нежданчик устрою ему. Блять, что-то какой-то нежданчик был не очень. А второго нет. Монстр, в плынте уже. Окей, я его сейчас разнесу. Слева где-то. Ох ты! На! Хорош. Меня не перехитришь. Можно, в принципе, и 9-0 забрать. Почему бы и нет? Так. Вот это плюсик. По монстру пока никого нет. Коннектор, походу, опять. Да что-то они там мудрят долго очень. Опа, есть монстр, есть один. Я дверью нахуй в коннекторе вынес. Вот так вот разнес. А второй не знаю где. Погнали его запушим. Они нас не пушат, мы их запушим. Давай, зажимай. Сука, убить его не можем. Давай, иди, нападай. Хорош. Не сработала у тебя, братан, сегодня твоя страта. У меня никого здесь монстры вообще. У меня пусто. Я минус один дал. Погнали с двух сторон запушим. Да, я с коннектора уже иду. Ух ты! Он у меня, аккуратней. Но он там, за бомбой идет. Не отпускай его. На плент уже, походу, заходит. Да. Давай, пуш. Ну они реально какие-то ватные. Я попробую немного коннектор поджать, аккуратненько. На базе оба. Одного видел. Одного убил, нормально. На базе, да, один был. Ух, ебана в рот, да. Уже да, не да, на вот базе, я смотрю. Вот здесь сейчас увидишь его. Но! Просто изи ваншот. Ебать ты их хоронишь, блять, а я когда буду убивать? Нормально, 7-1 их, насилуем. Ну ладно, за КТ они уже получше играют. Не будем расслабляться, доиграем уже до конца. Так, аккуратней сразу. Один здесь уже пушит. Блять, слева. С двух сторон, уже пушит, аккуратней. Попробую здесь пройти. Давай. Хедшот попал, убил. Тот тоже где-то минус 20 ему отнял точно. Давай с двух сторон его пушим. Вот здесь где-то. Оба, он в пунте уже. Он отошел в пунт. Хорош. До свидания. Давай через монстр летим. Пролетаем. Вот это ура, сейчас... у меня килл. О, бля, изи разнесли их. Точка в этой катке была хедшотом. Да. Ну слушай, ладно. Мне кажется, я охуенно сыграл, как бы, в этой катке. 4 килла, ну да, в принципе, нормально. Да блин, сегодня вообще против нас со званиями никто не играет, все калибруются. Ладно, забавная каточка была, хоть и немножко скучноватая, но все равно было неплохо. Вот так и закончилась наша катка. Она была довольно простой, и противники играли довольно странно. Но калибровка, конечно, такая штука. Никогда не знаешь, против кого попадешься. Надеюсь, дальше будет больше потных и интересных матчей. Тем не менее, в нашей копилке уже 6 побед. И осталось выиграть всего 4 игры, чтобы узнать, какие же нам дадут звания. Что ж, а я надеюсь, что ролик вам понравился. Если это так, то не забудьте поддержать его лайком. Ну и обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новый выпуск калибровки и не только. Ну а с вами, как всегда, был MoreGames. Всем удачи и до скорых встреч!